Уважаемые львы и львицы, всем доброго времени суток. Вы на канале Око Таро и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 9 по 15 сентября включительно. Что вас ждет в этом периоде? Информация общего характера, поэтому расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам. Рассматривать мы будем все самые важные сферы вашей жизни. Это дом, семья, взаимоотношения, работа и карьера, доходы и расходы, внешний мир в отношении вас, все то, что может оказаться в скрытых факторах, рассматриваем. Подводим итоги всей этой недели, смотрим, какими предположительно для вас могут быть выходные дни. Также в раскладе будет карта дополнительного совета или форс-мажора. Сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания. Карта, которую я достану самой последней, после основной выкладки всех карт вашего расклада, и ответит на ваш вопрос. Думайте о том, что для вас важно. Колода настраивается на ваш запрос. Вы настраиваетесь на колоду. Думайте. Карты готовы. Я приступаю к выкладке. Уважаемые львы и львицы, все карты вашего расклада перед вами, и я начинаю его прочтение. Ваш расклад начинается с очень хорошей, стабильной, практичной карты. Это девятка монет. Это говорит о том, что в начало этого периода вы входите с четким пониманием того, что вы на этой неделе будете делать. У многих мысли сосредоточены на делах материальных, но при этом вы также не забываете об отдыхе. Вам хочется и простых человеческих радостей, и этот аркан говорит о том, что вы это можете себе при желании позволить. Девятка монет предполагает то, что к вам поступают финансы, те, у кого есть основная работа, это деньги от вашей основной работы. Даже для тех, кто не работает, эта карта может предполагать либо подработку, либо то, что у вас есть любой другой источник дохода. Для женщины тут явно мужская помощь. Будете вы эту помощь принимать или не будете, зависит от вас. Вы уважаемая фигура, уважаемый человек. Много планов, связанных с работой и с вашим дальнейшим ростом. Возможно, сотрудничество в работе с кем-то как на близкие расстояния, так и на дальние. То есть у кого-то из вас могут быть зарубежные партнеры. Вы показаны как человек, который умеет зарабатывать деньги и умеет управлять своей жизнью, независимо, кто меня смотрит, мужчины или женщины. Неделя начинается хорошо, поэтому все важные дела, в особенности, которые связаны с работой, с текущими делами, начинайте ними заниматься уже с понедельника. Понедельник предвещает быть во всех смыслах продуктивным. Даже если вы захотите отдохнуть, вам никто особо не помешает. Вообще этот аркан говорит о том, что вы можете и отдохнуть, и поработать. Везде успеете. На входящие события для вас выпала тройка чаш. Тройка чаш может означать чьи-то похвалы в вашу сторону, то, что кто-то вами восхищается, кто-то вас возносит. Эти карты также могут говорить и о праздновании какого-то небольшого события. Это может быть любая вечеринка, просто сбор друзей, компания, которая вам приятна. И все, что касается любых рабочих договоренностей, аркан тоже предвещает успехи, возможно, что-то решить положительно для себя. В центр вашего расклада в кармические задачи выпала карта старшего аркана «Отшельника». Этот аркан вас призывает к тому, чтобы вы особое внимание в этом периоде и в ближайшее время, и в периоде последующей недели обратили на свое собственное здоровье. В особенности те, у кого есть хронические заболевания. Первое, о чем может говорить этот аркан, это хотя бы обследование. Но если уже есть что-то диагностированное, карта может предполагать лечение. Аркан может также говорить о том, что вы быстро устаете. Много мудрости жизненной и много печали. Чем больше вы узнаете, тем больше вы считаете, что мы несовершенны, и то, что учиться можно всю жизнь, учиться можно всегда. И этот аркан и предполагает то, что вы сами для кого-то можете быть учителями, наставниками, покровителями, благодетелями, но и в вашем случае
могут быть люди, которые вам могут быть чем-то полезны, которые для вас могут быть как наставники, как проводники по жизни. И я вижу, что в вашей душе есть какие-то вопросы, в особенности связанные с какими-то новыми проектами. Это может касаться финансов, денег, сотрудничества с кем-то. Это может касаться каких-то рискованных предприятий, когда на кону очень много, и вы думаете о том, стоит ли рисковать, например. Неважно, чего касаются ваши вопросы, которые есть у вас в душе, важно то, что в вашем окружении есть человек, с которым, посоветовавшись, вы будете чувствовать себя гораздо спокойнее и увереннее, потому что этот человек либо в чем-то подтвердит ваши мысли, либо еще дополнительно что-то вам посоветует стоящее. Тут же мы видим карту старшего аркана мага в малом кресте вашей судьбы. Кстати говоря, то, что касается лечения, тут мы видим и королеву мечей рядышком. Это может быть как традиционная медицина, так и нетрадиционная. Это могут быть какие-то новые методы лечения, новые препараты, которые, может быть, вам предлагают врачи или могут предлагать в будущем. То, что касается рабочих моментов, для тех, у кого есть основная работа, я вижу, что вы работу свою не потеряете, но вам не хватает отдыха. Да, есть желание, может быть, пробовать себя в чем-то еще, но с чем-то новым все-таки возникают сложности. И также расклад говорит о том, что есть какая-то давняя ситуация конфликта, которая вас напрягает, о которой вы можете думать. И в этом периоде также то, что касается внешнего мира, на внешний мир для вас выпала карта врагов, это пятерка мечей, это карта чьей-то подлости, бесчеловечности, беспринципности, которую кто-то в отношении вас может проявлять. Карты могут говорить о анархии и о несправедливости, а вы-то как раз борцы за высшую справедливость. И если вы считаете, что кто-то не прав, вы отстаиваете свою точку зрения, но тут могут возникать конфликты. Будьте также внимательны и осторожны в любых вопросах, касающихся денег. Может быть, кто-то претендует на какие-то ваши доходы, на ваше рабочее место, например. Тех, кого волнует повышение по карьере, я пока этого не вижу. У вас достаточно знаний, но недостаточно возможностей, и будут возникать помехи. Если вы уже достигли каких-либо высот, и вы кем-то или чем-то руководите, в любых руководящих процессах вам тоже нужно проявлять мудрость. А люди вокруг вас разные. По магу вы должны быть очень изобретательными и предприимчивыми. Вы найдете выход из любой ситуации, даже достаточно сложной. А такие ситуации в этом периоде могут возникать. Королева мечей выпала в дом финансов. Это говорит о том, что какие-то сложности все-таки могут возникать с деньгами, с какими-то денежными проектами, с какими-либо договоренностями, потому что у вас в чем-то не хватает ясности, и вы как раз эту ясность пытаетесь внести. Стоит многое пересмотреть в ценовой политике по работе. Возможно, вы кому-то идете на уступки или что-то делаете в ущерб себе. По факту своей работе вы отдаете очень много сил и энергии, и вы должны получать больше, чем те деньги, которые есть сейчас. Для тех, кто не работает, я не вижу того, чтобы у вас вообще не было денег. Уже первая карта предполагала поступление финансов, но королева мечей для многих из вас показывает большие расходы, большие траты. Притом это что-то обязательное, как обязательные выплаты, которые могут касаться не только вас, каких-то ваших нужд, работы. Это может касаться и вашей семьи, так как в скрытых факторах мы видим карту Луны, и это любые вопросы, связанные с близкими людьми. Также эти карты говорят о том, что у вас должна быть в полном порядке вся бухгалтерия. Проверяйте отчетности, если вы сотрудничаете с другими людьми. Если в этом периоде для вас важно решить какие-либо юридические вопросы, с этим тоже могут возникать сложности. И, возможно, в таких делах вам тоже нужна дополнительная консультация, помощь друга, звонок друга. Тут будет разговор двух важных людей по поводу вас, даже, может быть, трех людей. Все центральные карты показывают очень важные события в вашей жизни, которые нужно решить здесь и сейчас, а у вас на что-то не хватает сил и энергии, либо вы в чем-то сомневаетесь. Хотя мыслите правильно, делаете все правильно.
прислушивайтесь к своей интуиции, она во многих вопросах вас не подводит, что женщин, что мужчин. Из внешнего мира есть женщина, которая негативно в отношении вас настроена, и именно от женщины можно ожидать какого-то подвоха или подлости. Человек, с которым раньше вы нормально общались или имели пересечения, то есть вы должны понимать, о ком идет речь. Если вы еще не понимаете, о ком идет речь, возможно, эта женщина себя еще проявит в вашей жизни не самым лучшим образом. И есть еще одна особа из дома, из семьи, которая вам может помогать, наоборот, беспокоиться о вас, быть полезной. Если меня смотрят мужчины, львы, на вашу жизнь в этом периоде может влиять как минимум 3 женские особы. И есть еще 2 важных, даже 3 мужских лица, но 2 из мужчин как раз с вами могут оказаться либо в конфликте, либо в конфронтации. Когда вы пытаетесь с кем-то договориться или какой-то вопрос решить для себя положительно, люди идут на какие-то хитрости или на какие-то уловки, могут пытаться манипулировать вами или вашими действиями, или вашим сознанием, чтобы вы что-то делали в ущерб себе, в угоду кому-то. Все, что касается любой вашей важной конфиденциальной информации, будьте осторожны и никому такую информацию не раздавайте. Тут могут быть лазутчики рядом с вами, которые пытаются что-то пронюхать, разузнать, разведать. Давайте возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех, кто работает и тех, кто не работает. Что вам дополнительно нужно знать? Для тех, кто при работе, выпала 6 чаш. Она говорит о том, что вам обязательно нужно в ближайшее время отдохнуть, работу не потеряйте. Если это семейный бизнес, все хорошо, при поддержке близких что-то совместно будете решать. Карта может говорить о определенном урожае или о достижениях в работе. Это не какие-то сверхрезультаты, это средние результаты, но они вас тоже вполне будут удовлетворять. Если вы еще не были в отпуске, возможно, самое время там побывать. Возьмем карту для тех, кто в поиске работы. Для вас важно трудоустройство, для вас выпала 8 монет. Эта карта и говорит о работе, профессиональная карта. Притом вы можете трудоустроиться по своей основной профессии, либо по своим знаниям вы можете что-то делать. И также совместно или параллельно можете еще чему-то учиться дополнительно, либо в основной профессиональной сфере также что-то развивать. Работа будет, предложения будут, возможности заработка будут. Очень тоже хороший аркан. Для тех, кто на пенсии или вы по другим причинам дома, выпала карта смерти. Почему вы думаете о смерти? Эта карта ни в коем разе для вас не говорит о смерти на физическом уровне. Она может говорить о том, что сейчас в вашей жизни очень непростой жизненный этап. Вам нужно принимать какое-то важное решение, а вы не готовы пока его принять. Давайте все-таки для тех, кто дома или на пенсии, я для вас возьму дополнительную карту. Для вас выпала 10 жезлов. Какой-то ваш вопрос и не один решится, потому что 13-й старший аркан – это кармическая карта, она очень важная. Тут очень много задач, очень много обязательств у вас будет. И вы в чем-то должны быть очень обязательными и ответственными. Пройти какие-то препятствия у вас получится, вы сможете. С хорошим результатом. Что бы вас не беспокоило бы, чего бы вопрос не касался. Здесь я вижу не один вопрос важный для вас, тут все будет решаться. Но показано, что уже сейчас нужно что-то для этого делать. Те, у кого есть долги или кредиты, поспешите рассчитаться со своими долгами, потому что могут возникать сложности с банками, если вы брали деньги у банков, или с частными лицами, если брали участников. В этом периоде не рекомендуется оформлять новые кредиты или брать деньги в долг, потому что вам предложат какие-то очень невыгодные условия, и вы просто-напросто можете оказаться в минусах, отдавать больше, чем взяли по факту. Не одалживайте кому-то сами, если у вас просят, даже если это ближайшие родственники, свои же собственные деньги будете получать тяжело, долго и большая вероятность того, что вам их все-таки не вернут. Может быть, потому что считают, что если семья, то вы всем обязаны или должны помогать. Если меня смотрят женщины-львицы,
Несмотря на ваше внешнее обаяние, вашу харизму, то, что касается текущих дел, в делах проявляйте жесткость. Не бойтесь проявлять мужской характер. Действуйте в каких-то вопросах смело и уверенно. Повторю, что если вам нужен будет чей-то совет, вы его получите. Есть рядом человек, который вам может этот совет дать. И если вам кто-то диктует свои условия, диктуйте свои. Если вас кто-то пытается поставить на место, умейте парировать, что-то аргументировать, для того, чтобы кому-то было неповадно учить вас жизни. Смотрим, что в ваших личных отношениях. Для тех, кто в паре, выпала королева чаш и карта старшего аркана мага. Вы вместе, но в душе вам одиноко. Вам хочется больше любви, больше чувств. Если говорить о женщинах, я вижу, вы пытаетесь отношения сохранять, но есть чувство внутреннего одиночества, что у вас, что у партнера. У вас постоянное состояние от того, что партнер вами манипулирует или пытается управлять, или пользуется вашей добротой или вашей любовью. Тут может быть не без взаимных манипуляций, вы оба как-то по-своему устали. Я не вижу того, чтобы было полное доверие. Как будто бы бывают моменты, между вами как черное окошко пробегает, потом снова все налаживается. Кто-то очень хотел бы, чтобы вы расстались. Кому-то очень не нравится то, что вы вместе. Если говорить о мужчинах-львах, вы, конечно, все основное внимание перетягиваете на свою персону, порой забываете о нуждах женщины, ее любовь принимаете как что-то безусловное, само собой разумеющееся. Вы считаете, что вы во всем правы, все делаете правильно. Я не хочу с вами спорить, но я вижу, что в вашем подсознании есть еще одна женщина, о которой вы можете думать. Поэтому не исключу то, что тут либо кто-то раньше был на стороне, либо вы о ком-то еще иногда думаете. В то же время отношения в паре сохраняются. Постарайтесь как-то отношения возобновить. Постарайтесь сделать друг другу что-то приятное в этом периоде. Между вами еще живы чувства. Есть много того, что вас объединяет и связывает. Не только плохого, но и хорошего. Ну а теперь перейдем к нашим свободным львам и львицам. Для вас первая выпала семерка мечей, второй двойка мечей, и далее мы видим императрицу. Отношения, я бы сказала, что их больше нет, чем они есть. Карты показывают глубокую вашу печаль, обиды на кого-то из прошлого. Тут было предательство, тут была боль, тут обиды есть и сейчас. Большая вероятность того, что человек, с которым вы встречались, жили вместе, с которым расстались, до сих пор как-то интересуется вашей жизнью, не желает вам хорошего, свои ошибки признавать не готов или не готова. Возврата в прошлое нет. Вы не готовы прощать тех, кто вас однажды обидел. Несмотря на то, что вы вне конкуренции, сейчас на горизонте особо стоящих партнеров я не вижу. Поэтому реализуйте себя в творчестве, в профессии, в общении с другими людьми. Несмотря ни на что, вы должны прекрасно выглядеть не для кого-то, а для себя. Вскрытые факторы. Для вас выпала карта рыцаря мечей, карта старшего аркана Луны и четверка жезлов. До конца этого месяца, либо на протяжении ближайшего месяца у вас еще может возникнуть конфликт с мужчиной. Это либо родственник, либо какой-то знакомый, но человек, которого вы знаете хорошо. Тут какие-то претензии идут в отношении вас. Вы кому-то не будете молчать. Пересечение интересов, выяснение отношений. Все это может быть. Возможно, вы сами кого-то захотите вызвать на откровенный разговор, расставить точки над «и», но кто-то, та сторона, проявит недовольство. В доме, то, что касается дома, семьи, тоже постоянные волнения, колебания, переживания за всех, о себе думать некогда. Может быть, у кого-то намечается семейное торжество, но вы почему-то не очень-то хотите что-то отмечать или что-то праздновать, вот если в ближайшем что-то предстоит. И то, что касается людей, которые вхожи в ваш дом, пересмотрите окружение ваше. На завершение этой недели выпала девятка мечей. Она может показывать усталость накопившуюся, болезненность. Поэтому в выходные дни постарайтесь отдохнуть. Отложите все серьезные дела. Не нужна вам шумная компания.
Отоспитесь, отлежитесь, подумайте о своем здоровье. Вам нужно восстановление. На дополнительный совет для вас выпала карта колесницы. Она говорит о том, что после того, когда вы немножко восстановитесь, после выходных дней, ну и в целом в течение этой недели все-таки нужно в тех вопросах, которые для вас важны, проявлять активность. Есть люди, которые у вас заинтересованы, и кто-то вам будет помогать. Я вижу три, даже более людей, с которыми вам по пути. Но вы как будто бы какими-то процессами руководите, управляете, и у вас это здорово получается. Не всем может нравиться то, что вы делаете, но вы должны делать то, что вам удобно, и то, что вы считаете нужным. Дорога может состояться радостно, может быть не планировано, потому что все-таки это форс-мажор, или может быть к вам кто-то в гости, но тоже с хорошими вестями. Ваш вопрос, сбудется ли он? На ваш вопрос выпала карта старшего аркана правосудия, карта юстиции, и эта карта пока не дает ответа ни да, ни нет. Она говорит о том, что ваш вопрос очень спорный. Чаша весов правосудия пока колеблется. Скорее всего, в вашем вопросе есть еще вторая сторона или третья, и у каждого своя позиция. Договориться не можете. Поэтому тут нужны третьи или четвертые лица, которые могли бы этот конфликт урегулировать. Если вы сами будете стараться справиться с тем вопросом, который вы задали, решить его самостоятельно, кто-то очень не хочет либо вашей победы, либо признавать вашу правду, либо вашу правоту, вам могут мешать, вам могут ставить подножки. Эта карта говорит о том, что очень важно в том вопросе, который вы задали, принимать сейчас правильные, вымеренные решения, потому что если вы что-то сейчас будете делать не так, потом свои же ошибки придется и исправлять. Даже в отношении своих врагов поступайте по справедливости. Может быть, есть какие-то вопросы, если это какие-то суды, старый спор, вопрос затяжной, долгий. Тоже ситуация непростая, потому что, ну, говорить о том, чтобы поступать по справедливости, наверное, не совсем корректно, потому что ваши враги готовы будут на многое, лишь бы вас обойти. В любом случае, все продумывайте, обдумывайте. Эта карта говорит о том, что свыше вам дают время, вам нельзя торопиться, и тут все-таки вам нужна еще чья-то поддержка. В конечном итоге, если заглянуть вглубь времени, позже вопрос решится положительно, но не сразу. Уважаемые львы и львицы, таким для вас был расклад на этот период. Благодарю вас за просмотры. Оставляйте обратные комментарии, подписывайтесь на мой канал, все те, кто еще не подписан, и я вас всех жду на следующей неделе. Помните, что расклад нужен всего лишь для того, чтобы просмотреть возможные вариации развития тех или иных событий. И благодаря этой информации вы можете многих ошибок избежать. Всем в добрый час. И до следующих видео, до следующей недели. Всем до свидания.